Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Анна Агранович, и моя авторская программа «Женщины в истории». В этой программе я рассказываю о женщинах, чьи судьбы были необычными, нестандартными, интересными, о женщинах, которые тем или иным образом оказали влияние на нашу жизнь, в том числе на нашу сегодняшнюю жизнь, о тех женщинах, которые пытались преодолеть препятствия и преграды, поставленные на их пути временем, мужчинами, законами, общественными устоями. О тех, кто добился победы и переломил свою судьбу, о тех, кому это, к сожалению, не удалось. Но все эти женщины, такие разные, жившие в разное время, были, несомненно, сильными личностями, прожившими яркую, интересную жизнь и так или иначе сказавшими свое слово в истории. Итак, наша сегодняшняя история посвящена медсестре, авиаторке, предпринимательнице Хильде Хьюлетт. В 1864 году в Англии в респектабельной многодетной семье, кроме Хильды в семье было еще 8 детей, вот в семье лондонского викария родилась Хильда Беатрис Герберт. По всей видимости, по сложившейся в те времена, это были викторианские времена, начальное образование Хильда получила дома, но потом она поступила в National Art Training School, где девушки и молодые люди уже обучались вместе. И при поступлении она выбрала своей специализацией работу по дереву и металлу, еще рукоделие, и вот в них она добилась вполне приличных успехов. И потом все эти навыки, все эти знания ей очень пригодились в ее дальнейшей жизни. Когда Хильде стукнул 21 год, она поехала в Берлин и провела там целый год. В Берлине она обучалась профессии медсестры, а еще она приобрела новое увлечение. Она участвовала в велогонках и в мотоциклетных гонках, и в автомобильных ралли. И, конечно, вот эти вот ее совершенно неженские увлечения вызывали некоторое неприятие и даже протест поборников викторианской морали. Как мы помним, в те времена предназначение женщины было быть домашней хозяйкой, рожать детей, следить за домом, ну и никак не участвовать в спортивных соревнованиях. Это было уделом мужчин. В 24 года Хильда вышла замуж. Мужем ее был прихожанин отцовского прихода Морис Генрих Хьюлетт. Недавно окончил учебное заведение, Лондонский международный колледж, и потом впоследствии стал юристом, поэтом, эссеистом, действительно был автором многих известных книг. Так, его роман «Жизнь и смерть Ричарда Да и нет», посвященный Ричарду «Львиное сердце», был очень популярен. Издается он, кстати, до сих пор. Это был любимый роман Лоренса Аравийского, знаменитого шпиона. Ну и у Хьюлетта, у Генри Хьюлетта были знаменитые друзья, писатели, поэты, которых мы знаем до сих пор. Это Джон Барри, автор знаменитого Питера Пэна, знаменитый поэт Эзра Паунд. И вот в такой немножко богемной семье складывалась жизнь Хильды. Она была вполне счастлива, у них родилось двое детей, Пия и Франсис. И жизнь была вполне ровной, благополучной, ровно до тех пор, пока Хильда в 45 лет, в общем, для тех времен это вполне такой приличный возраст, совершенно не юный, вот в этом возрасте она заразилась страстью к авиации. В 1909 году Хильда оказалась в Блэкпуле на встрече авиаторов. И там она была совершенно поражена возможностями авиации, которая тогда была очень популярной, модным увлечением. Им увлекались и мужчины, и женщины. И она взяла себе псевдоним. Это тоже было очень популярно в те времена, когда авиация была экзотикой. Она стала называть себя «Грациозная птица». И спустя год отправилась во Францию, в Мурмелон-Легран, чтобы изучать аэронавтику. И спустя некоторое время в Англию вернулась уже по воздуху, оседлав биплан «Фарман-3». И вот
то ли во Франции, то ли уже позже в Суре источники расходятся, Хильда сделала знакомство, которое предопределило всю ее дальнейшую жизнь. Она познакомилась с молодым пионером авиации, авиаинженером, французом Густавом Блондо. И, как я уже сказала, это знакомство изменило жизнь и самой Хильды, и ее семьи, и, в общем, в каком-то смысле всей Англии. На следующий год в Вейбридже на гоночной трассе Бруклинс Хильда и Блондо открыли первую в Соединенном Королевстве летную школу. И надо вам сказать, что впоследствии аэродром Бруклинс использовался королевскими военно-вооруженными силами во время обеих мировых войн. Вообще, как я уже сказала, авиация была чрезвычайно популярной в начале 20 века. И вот через летную школу Хьюлетт-Блондо прошло множество будущих пилотов, как любителей, так и профессионалов. И 13 вот этих будущих пилотов получили свои лицензии прямо в первый год работы школы. Вот настолько она была популярной и успешной. В августе 1911 года лицензия пилота за номером 112 была выдана и самой Хильде Хьюлетт, которая прошла обучение, конечно же, в Бруклинсе. А спустя еще 3 месяца, в ноябре 1911 года, лицензия номер 156 была выдана Франсису Хьюлетту, сыну Хильды. И он стал первым и до сих пор единственным военным пилотом, сначала гражданским, потом военным, прошедшим обучение у собственной матери. Надо вам сказать, что впоследствии Франсис Хьюлетт станет выдающимся военным пилотом. Он удостоится ордена Британской империи за выдающиеся заслуги. Он примет участие в Первой мировой войне. И в прессе его будут описывать как умного, бесстрашного, но при этом отнюдь не безрассудного летчика. Вот такого сына вырастила и воспитала Хильда Хьюлетт. На своем биплане «Фарман» Хильда очень активно участвует в различных авиашоу, в соревнованиях по всей Британии и в Европе. А в это время ее семейная жизнь просто рушится на глазах. Ее муж, который уже стал знаменитым писателем, эссеистом, автором исторических романов, совершенно не может принять увлечение своей жены авиацией. И более того, он открыто заявляет, что женщины никогда не добьются в авиации таких же успехов, как мужчины. У них просто нервы неправильные, говорит он. Это все приводит к глубочайшему разладу в семье, и в 1914 году они окончательно расстаются. Надо сказать, что брак они свой не расторгали. Я думаю, что это было связано с тем, что в целом разводы в Англии того времени были делом чрезвычайно сложным, трудным, дорогим. Поэтому Морис и Хильда разъехались, каждый стал из них жить своей жизнью и заниматься своими делами. Вот примерно в это же время, освободившись от уз замужества и семейной жизни, Хьюлетт и ее напарник Блондо открывают общий бизнес по производству самолетов. Предприятие называлось Hewlett and Blondo Ltd. Управляла всем миссис Хьюлетт. Они получили лицензию на производство самолетов, и компания выпускала такие самолеты, как «Фарман», «Авра», «Гудрон» и «Хенриот». К началу Первой мировой войны в августе 2014 года компания на своем заводе в Лигрейве производила до 10 различных типов самолетов, и она была полностью готова принять заказ на партию военных самолетов. Вообще, надо вам сказать, что Первая мировая война, которую в те годы, конечно, никто не называл первой, но просто люди не догадывались, что мировых войн вообще может быть две. Первую мировую войну в России, как мы помним, наверное, из школьных учебников, называли империалистической или германской, а во всем мире ее называли Великой войной. Так вот, это была война первая, которая использовала возможности военной авиации. Конечно, это не было так полно и так широкомасштабно, как в годы Второй мировой войны.
Но, тем не менее, самолеты сыграли значительную роль в действиях противников на театре военных действий. Но вернемся к производству Хьюлетт-Блондо. К моменту начала войны компания, как я уже сказала, была полностью готова к производству военных самолетов, поставке их на фронт. И они достаточно быстро получили заказ с военного правительства. И всего за годы Великой войны, как я уже сказала, которая не была Первой мировой, была Великой, компания Хьюлетт-Блондо построила свыше 800 военных самолетов, которые были жизненно необходимы Британии для ведения военных действий в Европе. Под управлением Хильды находилось свыше 700 рабочих. Когда на производство прибыл инспектор воздушного министерства некий Эшли Поуп, то в своем отчете он написал, что миссис Хьюлетт работает 24 часа в сутки, делая разве что редкие перерывы на еду и сон. В 1918 году Первая мировая война была закончена. Конечно, самолеты в таком количестве, да еще военные самолеты были уже не нужны. И производство Хильды Хьюлетт было перепрофилировано. Они стали выпускать сельскохозяйственное оборудование. Спустя два года, в 1920 году, производство было закрыто. И Хильда Хьюлетт осталась несколько неудел со своим, в общем, таким жизнестойким и деятельным характером. И тогда, в 1931 году, она продала то, что оставалось от ее бизнеса, собрала своих детей и внуков, это были дети ее сына Франсиса, и впервые в истории гражданской авиации она отправилась по маршруту Лондон-Джакарта-Веллингтон в Австралию. Приземлившись в Австралии и обосновавшись там, грациозная птица, которую теперь стали называть старой птицей, стала первым президентом клуба аэронавтики и планеризма города Тауранга, Новая Зеландия. Надо вам сказать, что Англия не забыла заслуг Хильды Хьюлетт в войне и в строительстве военных самолетов. Незадолго до эмиграции миссис Хьюлетт в знак признания ее заслуг дорогу в пригороде Лоутона, где располагалось ее производство, назвали Хьюлетт-Роуд. А спустя много-много-много лет дорога близ Тауранги, где теперь жила миссис Хьюлетт, была названа в честь Хильды и ее сына Франсиса. Хильда и Франсис Хьюлетт. В 1943 году, в разгар Новой мировой войны, когда вокруг шли кровопролитные сражения, в которых принимала участие как старая родина Великобритания, так и новая родина Австралия, вот в разгар этой кровопролитнейшей из войн старая птица скончалась в возрасте 79 лет, и ее прах, согласно ее воле, был развеян над океаном. А самолеты «Гудрон», которые впервые были собраны на заводе Хильды Хьюлетт, продолжали воевать и воевали до самого конца Второй мировой войны. Вот такая невероятная история невероятной женщины. Всем спасибо и до новых встреч!